XX, с вами Билли Викс. Всем привет! И сегодня я снимаю видео с Вовой Блэком. Всем привет! Я Вова Блэк, мой канал тоже есть на YouTube, и я на своем канале занимаюсь тем, что сочиняю различные песни и снимаю на них клипы. Кстати, скоро на моем канале будут различные розыгрыши, и так как у меня сейчас мало подписчиков, можете подписаться, и шанс на выигрыш у вас будет намного больше. Ссылку на его канал я оставлю в описании. Подписывайтесь, ну и на мой тоже. И сегодня мы снимаем Speech Jammer Challenge, или же в переводе на русский «Помеха речи». Вся суть в том, что у нас на телефоне есть специальная программа, и когда мы будем надевать наушники, то, что происходит в реальном времени, все звуки будут проигрываться у нас в наушниках медленнее, чем происходит в реальном времени. Да, или же, быть точнее, с задержкой в 15 миллисекунд. Примерно 3 секунды. Вот так. И мы придумали 3 разряда. Это скороговорки, какие-либо рассказы или сказки, а также песни. Я надеюсь, вам будет очень интересно, и нам тоже будет интересно. Поэтому оставайтесь с нами и не переключайтесь. И начнем мы со скороговорок. Ты какую знаешь? В общем, я знаю такую скороговорку: ехал грека через реку, вид грека в реке рак, сунул греку руку в реку, рак за руку грека цап. А теперь с этой программой мы будем повторять то же самое. Ехал грека. Я отсюда слышу. Ехал грека через реку, видел грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап. Да, отлично. Шла Саша по шоссе и сосался сушку. Ехал грек через реку, видит грек в реке рак, сунул грека руку рев, за руку и перцап. Ну, можно так, потому что, в принципе, они очень много не производят, так же, да, ты говорил? Ехал грек через реку, видит грек в рак, сунул грека руку рев, за руку и перцап. Ты придумала новый язык. Расскажите про покупки, про какие про покупки. Давай, вот и расскажите про покупки. Расскажите про покупки. А вот, да, скороговорил. Я даже это в реальном времени выговорю. Они жили-были трекиты и тайки, цыпа-цыпа-цыпа-дрипают. Если кто-то еще не понял, просто мы мало скороговорочек знаем. И теперь у нас Алиса Билли Викс пробует зачитать впервые, вообще, которые она впервые скороговорки в жизни увидела, просто пытается сейчас зачитать. Конечно, у нее получится, да? Поддерживаю ее аплодисментами. Рыл свинья, била рыла, тупорыла, подорыла, из рыла вырыла, подрыла. Брыла. Короче, это, нет, есть идея, ты попробуй сначала просто вот так, ну, без наушников. Рыл свинья, била рыла, тупорыла, пол двора рылом из рыла, вырыла, подрыла. Вау! Вау! Рыла свинья, била рыла, тупорыла, пол двора рылом из рыла, вырыла, подрыла. Погромче, дай. Было нормально, кстати. Рыла свинья, била рыла, тупорыла, пол двора рылом из рыла, вырыла, подрыла. Рау! Расскажите про покупки, про какие покупочки свои. Ты не сижу тут из-за границы. Про покупки свои. А, жили-были три китайца, якце драк, це дроне. Жили-были три китайца, цыпа-дрыпа-дрым-пампоне. Все они переженились, як на цыпе, як на цедрак, на цыпе-дрыпе. Як цедрак, цедрак, цедро-дроне, на цыпе-дрыпе. Дрым-пампони, шарони. Отлично. Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по зазару посмотреть кое-какого товару. Навстречу ему балда. Идет сам не знаю куда, а балда. Кувалда. Муха-муха-муха цикатуху, позолоченное брюхо, муха по полю пошла, муха денежку нашла, муха пошла,
пошла муха на Забаба и купила Забаба. Все так... Давай. Я тебе не мешаю. Чё ты халтуришь? Чё за халтура? Алиса, что же это за халтура-то такая, а? Я только что так сделала. Да? Ну вот, дальше давай так. Только нашу муху в голову поволок. Хочет медного убить, сокотуху поубить. Дорогие гости, вот вы поймите, паука злодея зарубите. Ушла бы на носу, судно. И однообразно... Однообразно. Доброту, которая легко применял слепой жестокостью. И сейчас мы приступаем к завершающему этапу исполнения песен. Поехали. Давай как-нибудь смачно выкинем. Нет, не надо. Вот так. Riding on the skyline, all we heart is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Woo! Taking the soul, but it's not typical. He already knows that my love is gone. We can be beautiful. He drunk on the bone and death is a paradise. Давайте биться в бомбе. Наше видео подходит к концу. Я надеюсь, вам было интересно, нам было весело, и я надеюсь, что вам тоже. И это было немного странно, честно говоря. Потому что это надеюсь, очень всем трудно. Не забудьте зайти на мой канал, если вам понравится то, чем я занимаюсь. Не забудьте подписаться, так как скоро будет розыгрыш. Все ссылки будут в описании под видео, на канал Вовы, на мою страницу ВКонтакте, группу и так далее. Поэтому следите также за новостями нашими. Так, с вами была Алиса Белевикс. И Вова Блэк. Be cool and crazy. Пока-пока. Bye-bye.